сквер «Строитель» в 12-м микрорайоне. Здесь ежедневно работают по нескольку бригад, начиная от строителей и сварщиков, заканчивая озеленителями. Основная концепция остается прежней. Центральная зона отдыха в виде круга и спортивная площадка, которую расширяют до стандартного размера. К этому прибавят две детских площадки и тренажерный комплекс. Зелени проводят ревизию. Обрезанные аварийные ветки, разбираются газоны для травы и кустарников. До 1 ноября мы стараемся закончить и планировали, и стараемся закончить общестроительные работы. А потом уже после 1 ноября мы будем осуществлять монтаж детских игровых площадок, спортивного оборудования на этой территории. Похожую картину можно наблюдать на всех объектах, которые финансируются в рамках программы «Комфортная городская среда» приоритетного проекта партии «Единая Россия». Глава курорта Юрий Поляков поручил максимально активизировать работы. Это дворовая территория в районе улиц Лермонтова и Маяковского. Одна из точек притяжения не только для жителей двора, но и для соседей, в том числе самых юных. До этого двор старались содержать в порядке своими силами, но как только появилась возможность, оформили заявку. Это основание под пешеходные дорожки и цветочные клумбы. Здесь же будут спортивная и детская площадки. В ближайшее время начнут укладывать тротуарную плитку. Все, что сейчас делается, это нас устраивает. Будет очень красиво у нас. Поэтому наши жители, которые здесь проживают, огромное спасибо всем говорят. По словам Людмилы Назаренко, не за горами открытие, на которое пригласят всех, кто так или иначе принял участие в проекте. Аналогичные работы идут еще в 5 дворах. Один из проектов признали лучшим в крае. Александр Ребека, Игорь Куршаков, Анапа регион.